Вот такой кулон я сделала для своей доченьки. Для этого я отшлифовала яшму. Полировать я, к сожалению, пока не научилась. Ну, что умею, то делаю. Обронила его в оправу из проволоки для рукоделия. Ну, вот такая подвесочка у меня получилась. По-моему, для первого опыта изготовления украшений, заметьте, начиная от того, чтобы найти камень, его обработать и обрамить в оправу, вполне подходит. Не нравится. Дочка тоже с удовольствием носит эту подвеску.